есть, конечно, у нас проблемный район, это Новый Афон. Новый Афон имеется в виду не городская среда, а учреждение госдачи. Но в этом году они пошли таким путем, и это очень не нравится. Здесь в городе есть, появилась одна такая техника, называется дрон. Дрон поднимает около 40 литров, и потом вливает аккуратно, и там такое приспособление, и вливает аккуратно. И в Афоне, и в других местах, где труднодоступно, а это подлетев и производит свою работу. Так что очень удобно. В этом году впервые предложили такое условие работы нам одни коллеги. Посмотрим, если это будет иметь эффект, как при обработке вручную, то, естественно, я лично буду ходатайствовать за то, чтобы нашло широкое применение этого дрона.